Всем привет, друзья! Ну вот очередная поломка Renault Duster. Значит, пришлось, вернее, я снимал кардан, чтобы чинить, но и вот обнаружил вот такую вот историю. Значит, вот здесь вот есть болт, вот он, и защита от него оторвалась. Возможно, это снято, связано с чьими-то ремонтами, возможно, и нет, но в любом случае надо делать. Сейчас я попробую открутить этот болтик и вставлю какую-то шайбочку. Разорвала ее. Так, сейчас идем, берем шайбу. 2, 3, 5. Сколько надо будет. Вот как-то так все получилось. Значит, ну и традиционно все это дело запшикиваем. Медной смазочкой. Вот таким вот он. Все, всем спасибо, всем пока. Вот такой ремонт небольшой.